Всем привет, меня зовут Саша. В этом видео хочу поделиться с вами классной новостью. Совсем недавно мне предложили быть амбассадором новой социальной сети, которая называется All About Me. Она стартовала буквально несколько дней назад, и я очень рада, что узнала о ней одна из первых. Здесь можно общаться в чатах, делиться разной информацией у себя на стене, создавать журналы на любые темы. Но главное ее отличие от всех остальных вам знакомых социальных сетей – это то, что в ней можно зарабатывать. Ведь ни для кого не секрет, что в наше время многие известные люди получают неплохой доход от рекламы, размещенной на их страницах в соцсетях. Но такая возможность есть только у медийных лиц и популярных блогеров. Обычный человек, имеющий 100-200 друзей, не интересен рекламодателю. Но в All About Me зарабатывать могут даже люди с небольшой аудиторией. Причем вам не нужно будет выбирать, изучать, тестировать рекламируемый продукт. В общем, совершать какие-либо дополнительные действия. Все, что необходимо делать, это загружать личные фото и общаться с друзьями. И ты сможешь получать 50% дохода рекламы на твоей странице. Если ты хочешь, чтобы доход рос, просто привлекай новых подписчиков к себе на страничку и делай профиль более популярным. Возможный доход можно рассчитать с помощью калькулятора на главной странице. Вывести эти деньги можно любым способом – телефон, карты, вебмани и так далее. Для тех, кто не знает, расскажу вам. Все социальные сети зарабатывают на каждом из нас миллиарды, на тебе и мне, используя наши страницы для размещения рекламы, но ни одна из них не делится этим доходом с нами. А ведь именно мы с вами, пользователи, делаем эти соцсети популярными. Мне кажется, это нечестно. И только сейчас с All About Me появилась возможность зарабатывать на своей активности. Одним словом, All About Me осуществляет мечту миллионов – зарабатывать без труда. Размер твоего заработка напрямую зависит от того, насколько активно ты ведешь свою страницу. Контент, которым ты наполняешь свой профиль, может быть абсолютно разным. Это не обязательно только фото и видео, можно создавать различные журналы на любые тематики. Также плюс в том, что сеть новая и конкуренция среди пользователей небольшая. То есть сейчас очень легко привлечь к себе внимание и набрать аудиторию. И кстати, за 500 тысяч подписчиков ты получаешь золотую карту, которая выполнена из чистого золота с бриллиантами и драгоценными камнями. Скорее регистрируйся там через компьютер или мобильное приложение и начинай набирать аудиторию. Рекламные выплаты начнутся, когда количество пользователей All About Me превысит 1 миллиона человек. В свою очередь, я подпишусь на каждого из вас, кто будет подписан на меня, и пролайкаю вас. И вместе мы создадим первую активность. И еще об одной новости. All About Me предложила мне поучаствовать в конкурсе. Если на моей странице в этой социальной сети меньше, чем через месяц наберется 100 тысяч подписчиков, то на моем канале будут разыграны 25 айфонов. То есть вероятность получить новый телефон достаточно большая. А тому из вас, кто наберет максимальное количество подписчиков, All About Me сделает особенно. Подарок подарит последнюю версию iPhone. Поэтому регистрируйтесь, подписывайтесь на меня, а также зовите друзей, чтобы росло количество ваших подписчиков и, соответственно, ваших шансов на победу в конкурсе, и чтобы рос ваш будущий доход. Ссылка в описании. Пока!